сегодня как бы ситуация создалась, так сказать, парадоксально. В области принята программа по биологическим отходам. Ну, таких объектов в области почти 1000 штук. И была принята программа долгосрочная, большое финансирование. Но сегодня, ну, благодаря, в принципе, нашему городу, эта программа поставлена в тупик. Изначально она была неправильно создана. И там, ну, по новым законам, как говорится, предполагают, что оно финансирование должно быть только субъекта. А сегодня по этой программе частично должно финансирование с муниципального образования. Ну, наши финансисты, наши юристы, а также суд и прокуратура признали, что эта программа неправильная.